Мы на месте. Мы приветствуем Виктора, интересуемся готовлением к диагностике. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Да, он доверит, он показывает. У него на голове как колпак такой одет, ему на уши это очень действует. Я даю команду на счет 3, снимая с него этот колпак. Он отключается полностью и летит в клетку, тюрьму. У него устройство в ушах от этого колпака. Все устройства, находящиеся в ушах, вот этого колпака отключается безболезненно. Все это выходит и вместе с колпаком перемещается в клетку, тюрьму. Идет слово, что у него звон и потеря слуха от этого. Отлично. Переместилась Вера? Да. Выстраиваю канал от этого, как она называется, над головой. Конструкция. Которая... Конструкции, да, и притягиваю всех ответственных за нее. 1, 2, 3. Кто у нас? Гуманоид, но он какой-то необычный. Низкий. Толстый. Ой, для меня они все обычные. Снимаются все маски и голограммы. Сущность предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Он один. Хорошо, паразит. Что ты себе здесь позволяешь? Проверим, а мне кажется, он вообще как робот. Хорошо, ставим. Красный. Но он гуманоид, теперь нормальный, с пультом стоит в клетке. С пульт уходит в соседнюю клетку. 1, 2, 3. Гуманоид получает удар 200 тысяч герц. Пошел удар. Направляя на него печать семи архангелов, даю мощнейший удар, отлетает к другой стене. Удар. Но он мало того, что отлетел, ему как клеймо, обжег его, он говорит, хватит меня клеймить. Я тебе сейчас скину в галактическое ядро, паразит. Молчит. Правильно делает. Я даю команду сканеру. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Виктора под ногами. Это я заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Виктора. Находит все. Значит, он нам демонстрировал голограмму, да, Вера? Ну, он робота вместо себя подставил. Хорошо, робот переходит в соседнюю клетку. Ну, он так в соседнюю. Хорошо. У нас есть колпак, вот эта конструкция, то робот и отдельно гуманоид. И отдельно гуманоид, хорошо. Посмотрим сегодня, как колпак работает на гуманоиде, когда его включить на полную мощность, на отток 100% энергии. Ну, у нас вышел бес, арахноид. Бес, арахноид. Но здесь был еще суккуб когда-то, но его нет. Ушел? Все. Хорошо, суккуба нет, да? Нет. Ничего от него не осталось. Если что-то осталось, подсвечивается. Нет, не осталось. Хорошо, повезло суккубу. Не буду вытаскивать. Значит, у нас получается колпак, робот гуманоида, гуманоид сам, бес и арахноид. Правильно, Вера? Правильно. Считай цифру беса над головой. 8. Понятно. Сколько находился в биороботе, в биополе человека, бес? 5 лет находился. Где зашел? В квартире или где-то в другом месте? Портал был, зашел. Хорошо. Через портал. За 5 лет ты должен знать, есть в квартире порталы? Он говорит, раньше были. А сейчас где? А сейчас я не выхожу. Давно. Давно не выходил. Понятно. Но если человек не чистил квартиру, должны быть и порталы, и сущности. Другие там есть обитатели в квартире? Не выхожу, не знаю. Хорошо, бес, если ты ничего не знаешь, я все лярвы, которые сегодня найду в биополе, я их сожгу. Я мог бы тебе их отдать, но ты не хочешь со мной коммуницировать, не хочешь отвечать на мои вопросы, не хочешь помогать. Все, вопрос закрыт. Поехали дальше. Переходим к реверсу. Я даю команду тонкой копии Виктора спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Посмотри, пожалуйста, что идет к колпаку и к роботу. Значит, колпаку идет какая-то желтая энергия, как гной. Угу. Гной. Хорошо. К роботу? К роботу ничего не идет.
Значит, они все в колпак собирали. Гуманоиды тоже ничего? Гуманоиды возвращаются энергии какие-то металлические. Как долго ты находился в биополе человека, гуманоид? 7 лет последние. Он начал его посещать и 5 лет, как одел колпак. Откуда ты? Межпланетная станция. Если он говорит правду, загорается зеленый цвет, если нет, красный, над его клеткой. Он говорит правду. Хорошо. Ждем окончания реверса. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? 8. 8 лет. Ты зашел в квартире? Нет. Больница. Больница. Понятно. Мало каналов. Хотя колпак с гуманоидом и роботом уже закрывает половину человека. Бесу остается место только в ногах. А где сидел арахноид? Где ты сидел? Арахноид сейчас сидит на голове. На голове, понятно. Арахноид, а что будет, если я на твою голову сяду? Как ты думаешь? Не понял вопрос. Не может это представить. Ну как? Ну вот я могу сделать такое насилие над тобой. Поставить тебе 500 килограмм на голову, как ты сидел у него на голове. Ни одна энергия к тебе не зайдет. Могу тебя в вакуум поселить и тоже не получишь энергии. Могу отсосать у тебя всю энергию до 100%. Как ты это воспримешь? Он не понимает, зачем тебе его энергия. А какое ты имел право воровать 8 лет энергии в его биополе? Он тебе давал свое согласие и разрешение? Он теплый, подходит для его. Да. А у меня есть еще что-то теплее этого. В моих руках появляется шар энергии Атмана. 1, 2, 3. Посмотри на это, арахноид. Это намного теплее. Он слепит, и он попой поворачивается. Попой поворачивается. Даю ему удар в попу 100 тысяч герц. Убираю шар, входит в меня. Для него лучше удар 100 тысяч герц, чем шар Атмана. Я понимаю. Реверс закончен. Устанавливаю фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Виктор забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Возвращает все свое себе обратно. Арахноид, у него все 7 чакр воровал энергии. А все остальные физическую энергию. Здоровье. Арахноид, я смотрю, ты паразит еще тот, да? И ты больше всех нанес здесь вреда. Во всяком случае, в первых числах стоишь. Чакры свободны. Почему не собирать? Ну, хорошо. Открывая перед арахноидом портал в галактическое ядро перед его клеткой. 1, 2, 3. Арахноид, а что мне мешает тебя сбросить в этот портал? Законы мироздания. А тебе разрешали законы мироздания воровать с него 8 лет энергии со всех чакр? А я оставляла ровно столько, чтобы он мог жить. Хорошо, закрывая портал. Это не полное уничтожение. А, отлично, ты ничего не понимаешь. Закрывая портал в галактическое ядро, формируется в шар атмана, кидая в арахноида шар атмана. Да, будет так, а так и есть. Но у него лапы как подгорают. Ему это очень нравится. Он говорит, что ты ему сжигаешь часть. А ты 8 лет сжигал человека изнутри, паразит. Убирая энергию атмана, входит в меня. Это предупреждение было. Он говорит, что не посылай мне больше эти энергии. Я тебя сегодня намерен уничтожить, арахноид. Ты перешел все границы. Ты подключился ко всем чакрам. Ты почувствовал свою безнаказанность. А я тебе говорю, это не так. Реверс закончен. Отлично. Связываю гуману этому арахноиду лапки. 1, 2, 3. И подвешиваю его в клетке. Висит вниз, лапками кверху. Это его нормальное состояние. Вот так и виси. К сожалению, придется его снять, потому что он должен все снять. Давай, выходи, арахноид. Снимай его, развязывай лапы. Выходи, вытаскивай все свои иголки, свою жидкость отсасывай. Потомство есть в биополе? Инкубатор есть у тебя? Да, есть. Все вытаскивай. В нижних чакрах. Если не хочешь, чтобы оно сожглось. Беса, как ты вообще... Хорошо, без как... Иголки с головы вытаскивает. Это головные боли были? Что это было? Мигрени? Давление? Да, плюс апатия.
и апатия. Вот за что был ответственен арахноид. Бес, как ты вообще с этими космическими жил? Мы не пересекаемся по вибрациям. Угу, понятно. Хорошо, ждем, пока он вытащит все. У меня такое ощущение, что гуманоид что-то еще оставил в биополе, Вера. Если что-то оставил гуманоид, подсвечивается в биополе. Он оставил. Ну все, он вытащил. Еще не доставал ничего. Я сам вытащу. Арахноид закончен. Бес, выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Ничего не забывай, возвращайся в клетку. А руки у него перевязаны. Кем? На запястьях. Бесом? Бесом. А зачем ты ему руки связал? Дергал он за веревки. Какую эмоцию вызывал? Беспокойство. Беспокойство. Хорошо, теперь Виктор знает причину своего беспокойства. Это бес с его веревками на руках. Где ты еще воздействовал? В ногах? Ноги. Ты был ответственен за боли в ногах? Был ответственен, усилял я воздействие, ноги, утяжелял. Ноги опухают у человека, от тебя или от кого опухают? Он говорит, что все идет сверху, а внизу я утяжеляю. Хорошо, поднимемся наверх. Астма. Кто был ответственен за астму у человека? Кто сидел в легких? Скажи мне только арахноид. Нет. Повезло. Гуманоид остается? Астма давно у него. Хорошо. Есть ответственный за астму? Если есть, загорается над его клеткой маячок? Никто из них. Астма у него давно. Хорошо. Поселенцы, которые были тогда, их уже нет. Кто там сидел и отвечал за эту астму, если она у него давно была и подселенцев нет? Кто был этот подселенец? Ну и мне нравится твой вопрос. Ты хочешь все грехи на подселенцев скинуть? Мне все равно, что вам нравится или вам не нравится. Вы находитесь в клетке тюрьме. Здесь действуют совсем другие законы. Если вы не будете отвечать на мои вопросы... Никто из них. Я буду на вас воздействовать, причем так воздействовать, что вы такого никогда не видели в своей жизни. Если вы мне вообще не дадите никакой информации, вы для меня вообще не имеете никакой ценности. И будете наказаны... Я снялся. Хорошо, будете наказаны по полной. Значит, никого ответственного нет, да? Они никого не называют, да? Это было до них. Астму усилял. Он гуманоид, так как у него конструкция там. Понятно. И боли в спине, это тоже от конструкции были? У него что-то там стерто в спине. Стерто что-то в спине, да? Сустав, наверное, какой-то, да? Позвоночник? Жидкости нету. Понятно, хорошо. Так, все, он все вытащил. Я даю команду сейчас. Отключается вся конструкция гуманоида, находящаяся в Викторе 1, 2, 3. И безболезненно выходит, зависает перед ним в воздухе. Да, будет так, а так и есть. Гуманоида? Да, гуманоида. Все, поняла. Вот этот робот, который в клетке. Да, там ползал, да? Да, он в нем синхронизирован, внутри был. И он, я же говорила, что он не похож на гуманоида, он какой-то маленький, толстый. И у него по краям еще, как вокруг его тельца, как такие волосики какие-то, что ли. Как у ежика такие. Но они не колючие, но они вокруг него как шерсть такая, что ли. И вот она раздражала его. То есть эту астму она усиливала. Понятно. Но все. Началась она не от него. Они все равно принимали в этом участие. Итак, эта конструкция вышла, Вера? Или мне повторить команду? Подожди, это не конструкция. Это вот этот гуманоид, но он синхронизирован. Все, там больше ничего нет. Хорошо, я даю команду на рассинхронизацию. 1, 2, 3. Пошла. Рассинхронизация до 100%. Ну, а к этому роботу он не мог. Такая белая какая-то энергия. Белая энергия. Усилию потоки. Хорошо. Она как вата, что ли, вата, вокруг. Да. У него как камень на сердце был от него. Гуманоид, ты перешел все границы. Ты садист. Ты сегодня будешь наказан.
И вот от него он дышал трудно. Вот от этого камня. От робота, вернее. Он как камень его чувствовал. Итак, конструкция вышла, Вера? Да, рассинхронизация закончилась. Отлично. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Сканер проводит контрольную проверку. Забыл, что такое легкость внутри. Сегодня вспомнит. Я покажу Виктору, мы дадим ему все, чтобы он почувствовал эту легкость. После того, когда всех этих паразитов уберем отсюда. Он чистый. Замечательно. Хорошо. Значит так, бес уходит сейчас на свою чистоту. Все лярвы я уничтожу, ничего не получится. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. 1, 2, 3. Бес уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяясь. Того гнуя пентаграмму. Он сказал, что ты жадный. Радуйся, что я тебя не сжег. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Арахноид. Это первый и последний раз, когда мы с тобой встречаемся. Для тебя повторно увижу в чем-то биополе. Тебе не поможет ничего вообще. Он уже вывалился в свой портал. Вернулся назад. Ты его пугаешь. Бес. Арахноид, я тебя предупреждаю. Если я повторно с тобой встречусь, я тебе за все 8 лет дам такую реакцию, что тебе мало не покажется. Если ты к человеку другому подселишься, начнешь это делать, и я найду тебя в нем, я тебя уничтожу. Тебе это понятно? Он кивает. Открывается портал, открыт, он улетает на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Отлично. Одеваю колпак гуманоиду на голову. 1, 2, 3. Ввожу робота в его биополе. Перепрограммирую робота и колпак на откатку. 1, 2, 3. Пошел процесс. Пусть ему теперь гной идет в голову от этого колпака. На уши ему тоже очень влияет. Вот. У меня как звон внутри. Усиливая все за одну минуту. Откат пошел боли, которую получил Виктор от этого гуманоида за 7 лет. Всю эту боль в ушах. Все, что он получил от него. На счет 3 выстраивает канал от Виктора гуманоида и отдаю ему прямым каналом все эти боли. 1, 2, 3. За одну минуту все назад пошло. Пусть у тебя уши, как у слона, растут теперь. Нам просто остановить. Еще минута не прошла. Вся боль пока вернется в уши. Все, что испытывал Виктор за эти 7 лет нахождения тебя в его биополе вместе с роботом и колпаком, ты должен прочувствовать. Ты никак не поймешь никогда, что этого не надо делать больше никогда. Ну, значит, этот колпак был связан с этим роботом. Да. Вот этот... Камень мне показывает внутри. Я понял. Как большой, камень. Круглый, полный чакра сердечной закрыта. Хорошо. Тоже сейчас самое происходит с гуманоидом. Великолепно, гуманоид. Почернел он. Бывает. Остановился прибор. Отлично, значит, все получил назад. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Я хотел спросить, что мне делать с этим гуманоидом. По ее этой части или нет? Она говорит, что ты мог, ты уже сделал. И показывает на него. Он почернел. Отпускать его? Нет, они заберут его. Хорошо. Просто садизм какой-то страшный. Я вообще не понимаю, что здесь они творится. Они его выволокли. Что-то в клетке осталось, Вера? Посмотри, пожалуйста. Ну, остался робот. Под роботом открывается портал в галактическое ядро. Он уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Переходим на чистоту неупокоенной бесплотной души. Есть душа. Хорошо, отправляем ее в клетку-тюрьму. Елена. Елена, откуда ты? Ты давно ушла из жизни? Из Франции. Из Франции? В 1932 году ушла. Хорошо. Елена, а как ты нас нашла? Информация пришла, да? Да, она так рада, что у нас может покинуть.
Ты сегодня покинешь обязательно. Это я тебе обещаю. Как долго ты находилась в биополе Виктора? 2 дня. 2 дня. Значит, ты особо ничем не подпитывалась, и поэтому я думаю... А почему ты сразу не ушла, Елена, в свет в 32-м году? В 1932 году. Инфантильная. Инфантильная. Сразу не поняла и потеряла момент, да? Заигралась. Да? Понятно. Хорошо. Сколько ты прожила на Земле, Елена? 34. 34. От чего умерла? Художник. Художник. А твои картины остались на Земле? Туберкулеза умерла. Туберкулез. Понятно. Картины твои остались на Земле где-то? Она не знает. Хорошо, Елена, я не собираюсь тебя мучить, задерживать, задавать тебе слишком много вопросов. Я понимаю, ты дошла до нас. Наша задача – открытие портала. На счет 3 открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Елена уходит в этот портал, ее куратор, все ее друзья, все, кто ее знал, встречают ее. Мы желаем ей, посылаем ей наилучшие пожелания в новой жизни. И желаем всего хорошего. Она тоже нам желает удачи. Вот этот портал еще нам не показала свои картины. Нарисовала цветы, натюрморты. Ой, природу. Класс. Все получится в следующей жизни, Елена. Все будет хорошо. Почему в следующей жизни? У меня и в этой все получилось. И в этой получилось, безусловно. Она очень позитивная. Молодец. Отлично. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Виктор, как вы себя чувствуете? Великолепно. Вы помните, как вы здесь вначале стояли и не верили, что все получится? А все получилось. Помню. Поэтому прислушайтесь к нашим советам. Мы вам рекомендуем начать заправлять себя энергиями. Как мы в этом сеансе делаем, повторяйте слова. Также мы рекомендуем вам выдавливать весь негатив каждый день в шар, открывать портал в галактическое ядро, выкидывать этот шар с негативом и закрывать этот портал. Техника у вас стоит в этом сеансе. Мы желаем вам всего наилучшего. Мы очень надеемся, что вы откажетесь от своих привычек. Этих болезней у вас уже не будет. В всяком случае, этих болей уже нет. Те, кто ответственные за них были, они уже наказаны. Обратите просто еще внимание на чистку своего дома, потому что если в вашем доме находятся порталы, они открыты, и сущности, видя, что вы чисты, могут спокойно еще попытаться зайти в ваше биополе. А сейчас мы будем вас возвращать назад, ваш биоробот. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Виктора в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Есть.